Недзе на ўскрайку леса на аўтадарозе часта можна бачыць спецыяльныя лесавозы, якія некуды вязуць дзелавую драўніну. І як аказваецца, далёка не заўсёды такія перавозкі легальныя. Шмат фактаў свавольства і парушэння ў гэтай галіне заканадаўства выяўляецца падчас палявых праверак супрацоўнікамі міжраёнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету. 17 июня текущего года в городе Кобрин работниками Брестской межрайонной инспекции был остановлен для проверки трактор, колонна тракторов, осуществляющих транспортировку 15 метров кубических дров на территории КУМПП Кобринская ЖКХ без наличия необходимых документов на транспортировку древесины. 18 июня текущего года работниками Брестской межрайонной инспекции был остановлен МАЗ, груженный деловой древесиной ООО «СМТ Белтопливострой», также осуществляющий транспортировку древесины по документам, не соответствующим действующему законодательству. Правда, как отмечают инспекторы, самовольных порубок стало значно меньше, але махлярство под існуючие документы хапае. Штраф за нелегальную перевозку дровнины для юридичных особ может скласть до 50 базовых величинь, для физичных – до 30. Так само завсёды у сферы уваги инспекторов и чистения у лесах. Подчас здымок этого материала у уши кинулся соправный сметник с разных отходов будаўнічых материалов. Кто его тут створил? И что это, склад самих материалов – свавольства? По этому факте будет вестися разбиральництво. Юрий Печур, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».